Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Вагиф. Сейчас практически каждый знает о том, что проект CollaBlend раздал airdrop своим активным участникам. Критерий отбора был небольшой. Это участие на ранней стадии, активность в самом проекте и mint и hold NFT коллекций. Я хочу поделиться своими мыслями о том, что существует аналогичная платформа, которую все уже знают, под названием Guild. Все активные участники уже неоднократно с ней сталкивались, она присутствует практически в каждом проекте для выполнения определенных задач, которые создал сам проект. В чем заключается идея? Идея заключается в том, что мы создаем себе профиль с определенными задачами. И сейчас я хочу акцентировать на самом важном. Здесь задача немного отличается от того, как действует подписка на социальные сети. То есть все мы знаем, что существуют разные чаты для набивания подписки от того же Твиттера, follow to follow, где мы скидываем ссылки и подписываемся друг на друга. Существует такая вероятность высокая о том, что недобросовестные ребята, которые обещают подписаться в ответ, они не подписываются. Соответственно, набивают себе аудиторию, но взаимности никакой не проявляют. Здесь же так не прокатит. Почему? Потому что идея заключается в том, чтобы максимально взаимодействовать на этой платформе. То есть, если на вас подписываются, грубо говоря, создается ваша гильдия, да, которая за вами стоит, но при этом вы сами не проявляете активность, как активный участник не идете, взаимно не подписываетесь, не взаимодействуете с платформой, не подписываете транзакции при вступлении, так сказать, в какую-то чью-то гильдию, и тем самым вы понижаете свою активность. Идея заключается в том, что мы создаем свой собственный вариант гильдии, и те ребята, которые проявляют активность и подключаются к нашей гильдии, мы взаимно к ним точно так же подключаемся в ответ. Для удобства я создал чатик, который называется Guild to Follow. Здесь мы можем обмениваться своими ссылками на свои гильдии и, соответственно, проявлять некоторую активность. Теперь приступим к основному, это к созданию своей гильдии. Для этого переходим на сайт и нажимаем Create Guild. Здесь на этом этапе мы выбираем какой-либо из вариантов предложенных, то есть Discord сервер, выбираем чат в Telegram канале, или же эти два варианта я не рассматривал. При создании гильдии нам необходимо данного бота поместить в Telegram чат. Если у вас нет чата, в который вы можете его разместить, вы легко его можете создать в своем Telegram аккаунте. После того, как вы нажмете «Добавить бота», перейдете к своему Telegram. У меня немного по-другому, потому что я показываю со своего второго аккаунта, и он у меня не коннектится. Для этого я копирую сформированную ссылку для меня, перехожу в чат, закидываю ее и запускаю. Здесь я ничего не меняю, нажимаю «Назначить бота». Все, добавили бота, у нас здесь есть некоторые превьюшки, обучалки. Нам нужно копировать этот код. Переходим обратно, закрываем эту вкладку и здесь вводим вместе с дефисом наш данный код. Нажимаем Next. На следующем этапе нас спрашивают, какой способ проверки базовый мы хотим выбрать. То есть просто подконнектить свой MetaMask или же иметь Discord аккаунт, которому уже более года, и Twitter аккаунт, у которого не менее 50 подписчиков. Мы выбираем самый простой, это Connect Wallet. Нажимаем Next. На данном этапе у нас уточняют, каким образом команда гильдии могла бы с нами связываться в случае каких-то ситуаций. Я выбираю email, так как это дополнительный аккаунт. Все, нажимаем Create Guild. Все, поздравляю, наш аккаунт Guild готов. Теперь нам необходимо его настроить и добавить дополнительные задачи. Для этого в первую очередь мы переходим в настройки, шестеренку, и настраиваем свой аккаунт. Здесь мы выставляем лого, название, можем редактировать ссылку на нашу гильдию, описание, соответственно, добавить какие-то дополнительные линки по необходимости. Здесь мы можем подобрать цвета. Это у нас бэкграунд, задний фон, режим темный, светлый, показать участников и контактная информация. Все, нажимаем создать и подписываем транзакцию. Итак, основные настройки у нас созданы. Теперь мы добавляем задания. Создаем задачи и ролик к ним.
Раздел реварды нас не интересует, нам необходимо создать задачи и роли. Здесь мы выбираем логотип либо из предложенных вариантов, либо же загружаем свой собственный. Это поле для названия роли, описания задача, пояснения. Здесь мы добавляем задачу, то есть здесь у нас есть токены, NFT там и так далее, различные варианты, способы создать конкретную задачу. То есть мы можем, допустим, как проекты делают, да, выбираем какие-то токены, которые необходимо иметь на кошельке или застейкать, к примеру, там минимальное количество токена, и закидываем задачу. Соответственно, с NFT то же самое. Но мы идем от простого, добавляем Twitter. Здесь у нас первая задача — это подписаться. Остальное нас не интересует, нам необходимо в первую очередь сделать простые действия. Также, да, мы можем добавлять задачи в этом же разделе, и для получения конкретно одной роли будет несколько задач. Но я предпочитаю разделять. Все, создали роль, описание, нажимаем Save. Подписываем транзакцию. Отлично, все добавилось. Здесь мы можем редактировать, нам вот сигналят. Кстати, этот пункт я пропустил, здесь тоже необходимо задать какую-то иконку. Описание. Вы можете подключать не только Twitter, но и также в GitHub можно запросить звезду к своему репозиторию, подключение к своему Discord серверу. Здесь же тоже нужно будет указать возраст аккаунта и некоторые нюансы, лимиты. PoApp, Git PoApp и множество других разных площадок, которые коннектятся. Lens профили, то есть иметь Lens профиль в комплексе можно, да, добавить одну задачу иметь Lens профиль, вторую отдельную, зафоловиться друг другу, также коллег там и так далее. То есть тут фантазия, насколько у вас велика, и требовательность. Sysmo тоже можно подключать и многое другое. Но желательно просто как минимум от простого идти и сильно не закидывать задачами. Понятно, что все, кто перейдет по этой ссылке, не обязательно полностью все задачи выполнять, но чем больше, тем лучше. Здесь же в данном аккаунте я сильно углубляться не буду, настройки и оформление. Я просто хотел показать вам, как это все работает. Затем мы идем Next. Здесь, в принципе, все прописывается то же самое, то есть про оформление главных задач, которые мы уже выполнили. Здесь нам предлагают поделиться постом, пригласив друзей на свою площадку. Обязательно это делаем, выполняем как связка активностей, там же будет тег самого проекта Guild. Все, нажимаем Finish и подписываем транзакцию. Теперь нас просят заклеймить, то есть доступ предоставить, конкретно подтвердить наше владение данным Telegram аккаунтом. Заполняем данные и подтверждаем внутри Telegram. Друзья, мы создали с вами Guild. Так выглядит мой основной аккаунт. Здесь я разбил на три блока. Это MetaMask подключение, зафоловиться в Твиттере и иметь Lens профиль вместе с подпиской на Lens профиль. Таким образом мы поддержим друг друга, увеличим шансы в обоих проектах, как здесь, так и в Lens протоколе. Еще хотел сказать, что в описании я добавил ссылку на свой Telegram канал, и здесь у нас Telegram чат. Также, ребят, также, друзья, я хотел сказать о том, что когда я создавал данный профиль, мне в самом начале меня что-то не устроило, и я решил его удалить полностью. При удалении возникла ошибка, и я не мог больше ничего сделать, то есть редактировать, добавлять, и при этом профиль не удалялся. А что в таком случае необходимо сделать? Идти в Discord, писать бестолку, потому что там у них нет ветки саппорта, она перекрыта. Мне посоветовали сюда обратиться. Я здесь создал сообщение, и буквально... Да нет, не буквально. В течение 3-4 часов только поступил ответ. Но моментально все подлечили, все пофиксили, как бы, и появилась возможность с нуля создавать снова профиль. Поэтому, если столкнетесь с такой ситуацией, имейте в виду,
Совет такой: не тянуть, не затягивать, а начинать максимально раньше взаимодействовать с данной платформой. Таким образом, мы будем активными участниками и иметь уже какой-то бэкграунд. Соответственно, тоже не забывайте вступать в гильдию, в Discord, ссылки будут в описании, подписываться на них в Twitter и следить за анонсами. Я уверен, мы не останемся незамеченными. Все ссылки будут в описании, приглашаю вас в телеграм-канал, в чатик, там публикуется все самое необходимое и важное. Сейчас я на стадии развития, только недавно принял решение развиваться в этом направлении и буду рад, если вы поддержите меня. Все, всем спасибо, рад был поделиться информацией, надеюсь, она была полезной для вас. Всем удачи и пока.